по ощущениям, тональность вот этого эквинокс, она отличается своей глубиной. То есть тут она в целом похожа на курт, но за счет добавления более басовых ноток, то есть гамма начинается с более басовой ноты, чем в курде, получается возникновение вот этой, ну как бы, как будто водной глубины, как будто мы где-то внутри водной глади. То есть в ней преобладают такие спокойные тона, меньше грусти, но больше такой, ну вот именно водной глубины и гармоничного спокойствия. Вот, но опять, несмотря на это, я показала, что перкуссионные фишечки здесь тоже очень хорошо заходят. Опять-таки, все точки, связанные с ритмом, очень хорошо настроены и дают именно перкуссионные звуки. Теки, слэпы, басы, удары не по нотам, а именно по ребру. Кулаком дает бас, флажолеты в каждой ноте. Хотя сам по себе инструмент больше располагает к такой игре, ну, как бы чувственной, я бы так выразилась. Но при желании можно вставить такие очень мощные огненные ритмические наигрыши.